В Дагестане 24 тысячи педагогов получили надбавки за классное руководство в размере 5000 рублей. Надбавка была выплачена в соответствии с распоряжением Владимира Путина. Если учитель имеет два и более классных руководства, он получает две выплаты по 5000 рублей. Эта выплата – часть зарплаты и должна начисляться одновременно с ней. Соответственно, с 5000 рублей будут удерживать 13% подоходного налога. В случае неполучения указанных средств можно обратиться в горячую линию Министерства образования и науки Республики.